В ходе совместного учения «Запад-2021» активно задействованы органы идеологической работы. В районах сосредоточения развернуты подвижные информационные комплексы, передающие радиотелевизионные центры. В войска поступает актуальная информация о событиях в мире и стране. Организован просмотр новостей и телепередач. С концертами на полигоны выезжают ансамбли и творческие коллективы. В частности, на данном полигоне мы создали свое информационное поле. Осуществляется вещание с помощью передающего телерадиоцентра своей радиопрограммы. Осуществляется выпуск новостных блоков, сюжетов, показ патриотических фильмов, что позволяет обеспечивать прием телевизионными приемниками, которые находятся в войсках, своего телеконтента. Система идеологической работы позволяет полностью поддерживать высокий моральный дух участников учений в полевых условиях и выполнять все задачи по обеспечению готовности, начиная от солдата и до генерала, готовности к выполнению задач по предназначению.